Задержание 19-летнего пособника мошенников помогла мама майора полиции. Это произошло в Ангарске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Женщина сразу поняла, что ей позвонили аферисты, подыграла им и согласилась встретиться с посыльным. Он пришел к ней домой, там его ждали оперативники. Парень стал фигурантом уголовных дел. Объявление о быстром заработке нашел в соцсетях. На заданиях он забрал около 450 тысяч рублей у двух пенсионеров. Затем перевел их нанимателям, оставив себе небольшое вознаграждение. Попалось видео то, что на подработку нужны люди, и все. Я перешел по ссылке, там куратор мне давал дальнейшие действия: съездить на заказ, забрать и закинуть средства. У кого деньги забирали? У пенсионеров. Сначала дедушка был, первый заказ, потом бабушка. В процессе разговора, значит, трубка была передана молодой девушке, которая представила следователям. С мамой сказала, что у нее есть 200 тысяч рублей, она может помочь, значит, решить вопрос. И в процессе разговора ей было сказано, что приедет курьер. Я параллельно с этим позвонила сотрудникам уголовного розыска, которые приехали и ожидали курьера у меня в квартире. Когда через полтора часа курьер приехал, они его задержали.